Спокойно, спокойно, спокойно. Вижу цель. Пойдемте за мной, за мной, за мной, за мной. Это кто такой? У него там игровой автомат. Игровой автомат? Он что, нас хочет обмануть? Ха! Минимальная ставочка 50. 50 тысяч? Ну смотри, какой там джекпот. Давай в долг, дружище. Нет. На неделе занесу, брат. Я тебя знать даже не знаю, как я тебе могу денег занять. Давай познакомимся. У тебя много друзей? У меня очень много друзей. Насколько близкие? Мужик, стой, мужик. Давайте я денег займу. Давай. Залетела транзакция. Не дай бог я проиграю его деньги. Ты будешь отвечать. Жиез, брат. Вот ё-моё. Так, и чё, ты мне деньги вернешь мои? Нет, я же сказал то, что деньги я не возвращаю. Что за херня? Всё, я понял. Я тебя понял. Так, а как мне ОМОНовцем стать? На F4, да? Да. Давай. Я маньяк, я просто мастер. ОМОН снайпер. Тихонечко отойдите, пожалуйста. Мы работаем. Спокойно, спокойно, спокойно. Вижу цель. Помогите меня, кибербуллет. Кто вас кибербуллет? Говно, говно, говно. Пойдите на. Кто сейчас еще пойдет на? Это ты закрыл? Да. Я сейчас вас пристрелю. Цель уничтожена. Уходите. Стойте, 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 стойте. Нахер ты его убил? Магазин блаженный. Надо, чтобы они зашли, короче, и я их зарезал. Ребята, заходите, не стесняйтесь. Давай работай, дядя. Вы подверглись кибербуллингу. А, блядь, режут. Помогите. Бля, не того. Сука. Хата была взорвана, пацаны. Почему у вас нет головы? Подождите, кажется, я вижу вашу голову. Стойте, не двигайтесь. У меня есть голова, большая. Я вижу, сейчас, сейчас мы проведем небольшую операцию. Нам еще нужно двигаться. Так, где у нас? Здравствуйте, я могу вас забрать на ЖБ? Секундочку, сейчас я пройду, подождите. Ты, дядя, где? Я здесь. Ты в хате? Нет, я подхожу к хате. Я тебя тэпаю. Алло. У меня задание. Секундочку, подождите. Голос в голове не надо. Дядя, ты где? Бля, меня админ тэпнул, сука. Здравствуйте, у меня два жалоба. Чья? Моя. За что вы меня убили? Я просто... В смысле? Погодите. Вы админы, вы пожаловались сами на себя? Не, я не админ. А кто меня тпхнул тогда сюда? Я тпхнул. Так, ну-ка покажитесь. Ага. Я случайно не в того стрельнул. Ты целился в меня именно. Да я случайно там, потому что ассасин на меня нападал с ножом, он чиркал. В небе где-то, что ли? Да, на какое-то футбольное поле меня выгнали. Я не знаю, где я нахожусь. Я пытаюсь вести себя спокойно. О, деньги. Спокойно. Пятихаточку поднял. О, еще деньги. Блин, а что тут деньги валяются просто так? Пацаны, там херня, я вам говорю, у меня тоже демка есть. То есть ты сейчас еще и обманываешь то, что... Я не обманываю, у меня есть демка. Они на тебя нападали. Ассасин напал на меня, вот этот парень стоял рядом, я случайно в него попал и убил. Ты прям в него целился, ты угораешь? Да не было такого. Ты не отворачивался. Да не было такого. О, обман, ты знаешь, что это обман? Не было обмана. Я честный человек, я за ОМОН играю. Знаешь, как будет, если вот я бы в него целился? Вот так вот было бы. Я тебя баню по причине обмана администрации. Да, давай ты прекратишь делать глупости ненужные. Меня забанили на 12 часов. Вы что, прикалываетесь, пацаны? Мне нужно... Обман администратора стоит. Обман администрации? Так, секундочку. Дядя, ну давай тогда демку от тебя хотя бы. Надо продолжить вырезку людей. Так, я экран вижу. Найди человека с никнеймом УВО, пожалуйста. У тебя заказ на него висит. Он 100 метров от тебя. Вот это он, походу, ходит. Это он. Убей его. Вали его. Убивай. Блядь, дядя, стань кем ОМОНовцем каким-нибудь. В хедшот ему с интервешена засади. Че, уже что ли? Да. Интервешн, дядя. Дядя, интервешн. Интервешн снайперка. Вон она, выше, выше, выше. Вот и все. У меня было задание, я за Хитмана был. Он хочет скрин со мной сделать напоследок. Он говорит, всегда мечтал увидеть Монвера. Ты блаженный. А, это блаженный. Он говорит, разби мне ебальник полностью. Спасибо. Пятихатки собираешь? Нифига у тебя поисковик, у меня ерроров не было на пятихатках. Мне просто маленький шкелет. Шкелет. Опачки. А что это у нас такое? У меня произошла амнистия, я провел переговоры как надо, и я снова здесь нахожусь. У меня самый лучший автомат, у меня человек 30 тысяч выиграл, парни. Да иди ты нахуй, блядь. Ставка. Мой дадыр дал вам миллион. Ничего себе. Большое спасибо. Не против, если я в казино сейчас прибабахну пару раз? Смотрите, у меня 100 миллионов, играйте у меня.
Может быть, ты мне их дашь просто и все? Да не-не-не. Давай. Давай я тебе просто помочку отмени, давайте просто отмени и все. Это очень выгодное предложение. Собака, а как насчет тебе такого предложения? Сейчас, секунду, подождите. Хочешь в попу? Да? Ну давай, разворачивайся. А вон, вон, человечек сзади вас в шапочке, который. Вот к нему пристройтесь, пожалуйста. Давай, пес. Пес, ты хочешь, давай. Давай, давай, давай. К ноге ему, к ноге, прямо на ногу ему. А этот пацан что, развел всех на 190 миллионов и скрылся? Я снимаю 100 лямов своего банкомата, с моего снимаю. Открывайте дверь. Открывайте дверь. Открывайте дверь. Боже, его оружие. Открывайте дверь. Выходите с поднятыми руками из квартиры. Да, откройте, пожалуйста. Ломайте дверь. Отлично. Так, здравствуйте, это рейд. Почему он сказал, что он 100 мультов снял, а у него пятихатка только в кармане? Можно вам присунуть, ПЖ? Не, мне не надо сувать, пожалуйста. Я ему сейчас писюн чиркну ножом, смотри. Ты что, уролог? Это была урологическая процедура. Давайте вот этого парня надо тряхануть, у него слишком много денег. Вы посмотрите, ребята. Если ты меня тряханешь, то ты получишь, тебе будет очень плохо. Вы это не слышите. Опять забанили на 30 минут спаун-килл. Ну ладно, пацаны. Пацан меня заскамил, он сказал, что снимает казино рояльную. У него была пятихатка всего лишь на счете. Вот он, молодой скамер, откуда бы у него все взялось. Ну и все, пацаны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, чекайте серверек. Всем пока.